Владимир Иванович, хотел бы также проинформировать о господдержке, которая осуществляется сельхозтоваропроизводителем. Мы по объемам господдержки занимаем третье место в Российской Федерации. Это более 5 миллиардов рублей федеральные средства и 2 миллиарда рублей региональные. А по объемам уже доведенных до получателей средств мы сейчас являемся лидерами. Выполнили все задачи, которые перед нами ставил Минсельхоз по доведению до сельхозтоваропроизводителей средств господдержки. Так, по компенсирующей субсидии доведено более 90% из лимита, который нам выделен. По стимулирующей субсидии доведено 80%. Все остальные средства тоже по мере поступления доводим до предприятий.